Привет! На этом видеоуроке я расскажу, как сделать туман. Итак, нажмите на кнопку создания Entity. Далее введите env fog контроллер. Далее установите его в центр вашей карты. Например, у меня это здесь. Далее заходим в env фок. Во флагах ничего не ставим. Итак, фок enable, no, значит он работает. Fold blend, no. Use errors for dir, no. Ставим цвет вашему туману, задаем какой у вас будет, какого цвета. Далее secondary fog color, чтобы у вас ни одного цвета был. Так, jurisdiction fog start 500 2000 time internet time far lane. Так, поставим 500, здесь поставим 1000, ну здесь 5, apply. Итак, у нас с фогом все готово, посмотрим, что у нас получилось. Итак, вот что у нас получилось. Как видите, туман работает, но если у вас он не работает, поставьте во флагах, в строчке enable, yes, и тогда у вас может заработать. Иногда в Hammer допускается ошибка. Итак, как видите, все прекрасно работает. Мой снеговик. Туман отличный, а-ля Silent Hill. Это сделать проще некуда. Ну что ж, good luck.